Черт! Сейчас нафиг. Да шо ты? Я тебе лазил. Я геем не буду. Ты на парад не пойдешь. Она продержал? Я сказал, убрал руки, не надо меня держать. Я стою ровно. Я ровно стою, я в состоянии сам ровно стою. У меня земля приближается ко мне, малыш. Помоги, я падаю. Хорошо. Братишка, извини, я был абсолютно неправ. Если я так... Ну ладно. Поцелуй тогда меня в знак примирения. А дело на тебя это знак примирения. Эй, губы ты не распускай. И губы распустила. Вот это он рвался. А сначала было хорошо. Было хорошо. Пока не стало плохо. Уважаемые гости. Перед вами главная историческая достопримечательность города Мадрида. Статуя Командора. Работа великого итальянского мастера Церетели. Скульптура обделана сделано из цельного куска мрамора. Я так и не понимал. Голова монумента, кстати, вырублена одним топором, без единого гвоздя, и украшена двумя декоративными рогами из блестящего пантоклина. Ну и, конечно, сверху вся эта фигня покрыта натуральным синтетическим сиреном.